давайте потихоньку дадим понять, что мы друг друга слышим, друг друга рады видеть и друг другу просто приятно. И поэтому давайте я аплодирую вам, а вы аплодируете мне. Раз, два, три, друзья! Вот, собственно, в эту коробку мы и складываем готовые бензопилы. Да вы с ума сошли! Это полное несоблюдение техники безопасности! Я вас закрываю, все! Ну я в каске! Господи! Сегодня будет очень запутанная игра, поэтому номера у нас объявляет доктор Ватсон. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Наталья Заболотная. Дело в том, что здесь остался вот такой вот сундучок, который, казалось бы, должен оказаться сейчас у молодых. Ну, а надежнее людей, чем вы, я знаю только себя. Вот, поэтому сейчас я предлагаю вам взять прям вдвоем и под всеобщие... Берите смелее. И прям под всеобщие громкие, бурные аплодисменты, овации. Давайте первым делом мы разыграем вот эту счастливую путевку в семейную жизнь бросанием букета. Гоу, 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 гоу. А ну-ка, очаровательная свидетельница к нам отправляется. Говорит вот так, давайте, как в боксе. Уин! Есть у нас победитель! Жестко, под Рамштайн. А ведь это начальник. Многие путают Диму с медведем, но на самом деле... Отлично! Ну что ж, давай! Это вызов, друзья, пошли дальше! Каждому столику должен сказать спасибо и громко поаплодировать. Ура! Женская планета, ваши бурные аплодисменты. Мы начинаем поздравлять Евгения и Кристину. Увеличиваем, увеличиваем. Вот такая очаровательная невеста, аплодисменты ей. Она старалась тоже. Вот. И сейчас, Жень, ты отворачиваешься, готовишь эту гримасу. И на раз, два, три, под всеобщие громкие бурные аплодисменты поворачиваешься ко всем в зрительном зале. Итак, вы готовы? Раз, два, три! Ну, не знаю, как всем вам не нравится, а всем, по-моему, тоже нравится. Ну что, Жень, давай на исходную. Вы просто не видите этого счастья, которое здесь находится. Итак, давай, на раз, два, три. Раз, три. Аплодисменты, Николай. Он старался. Дмитрий уже сказал, это легко, а это значит будет смешно. Раз, два, три. По-моему, великолепно справился с должностью вот этого вот замечательного жениха. С днем свадьбы вас, с днем свадьбы всех и с хорошим настроением. Ура! Звеним бокалом! Раз, два, три, громко! Громко!